В чем дело, Барни? Ты что, никогда не спишь? Нет. А где твоя подружка? Еще один падает в пыль, брат. Собирался нарисовать это для нее и... Хотя, пожалуй, я это закончу. А потом разобью к чертовой матери. Хочешь побыть один? Да нет. Что там у тебя? На том острове была одна девчонка. Да, такое случается. Да. Она нам там все показывала. Дочь того, кого нам заказали. А когда у нее был шанс сбежать, она не сбежала. Смелая, значит. Почему она не идет у меня из головы? Для нее еще хоть что-то свято. А мы с тобой уже ни во что не верим. Раньше, да. Но все давно высохло, как высохнет вот это. Эта краска, она высохнет. Что высохло? Наша вера, брат. Вера в святую душу и... Что у нас есть еще что-нибудь человеческое. Помнишь, как мы с тобой были в Боснии? Истребляли этих плохих сербов. Наших ребят кромсало на куски на наших глазах. И повсюду была кровь. Я даже не надеялся выбраться оттуда, и ты... Ты тоже, я знаю. Да. Я себя чувствую живым мертвецом. Моя голова теперь превратилась в черную дыру. Я уже больше не верю ни во что. Только чертова чернота, как у Дракулы. Помню, у меня была бутылка местного дерьма, которое они пьют, сливовицы. Не помню, кажется, так ее называли. Я не чувствовал боли. И тут... Выхожу на такой старый деревянный мост и вижу... Вижу там... Стоит на этом мосту женщина, и она... Я к ней подошел, она увидела меня и все смотрит мне. Смотрит мне в глаза, и я смотрю ей в глаза. Я и знаю, что она сейчас сделает. Она смотрела на меня, и я знал, что она хочет прыгнуть. Ты знаешь, что я сделал? Я развернулся и пошел дальше. Пока не услышал всплеск. И вот после того, как я отнял столько жизней... Вот была одна, которую я мог спасти, но не спас. И потом, позже, я понял, если б спас ту женщину, я, может быть, спас бы то, что осталось от моей души.